3 мая состоится премьера фильма «Экскурсии по Самаре», говорится в телеграм-канале руководителя департамента информации и аналитики Елены Рыжковой. Главный герой хочет перевернуть представление своей девушки о том, что Самара – это обычный город. Для этого они отправляются на самую душевную экскурсию, где гидами будут местные жители. А поиски красоты в городе превращаются в поиски этой красоты внутри себя. Фильм создан по заказу администрации Самары. Проект рассчитан на широкую аудиторию. Цель картины – раскрыть красоту и глубину нашего города, его историю и уникальную архитектуру. В парке 30-летия Победы состоялась благотворительная акция «Благодарный Ленинград» с участием делегации из Санкт-Петербурга и представителей Самарской общественной организации жителей блокадного Ленинграда, сообщают в телеграм-канале Советского района. Блокада Ленинграда – одна из самых трагических и вместе с тем героических страниц в истории Великой Отечественной войны. Ценой многих тысяч жизней ленинградцы защитили свой родной город и подарили землякам мир. В Кировском районе Самары прошел отборочный тур фестиваля «Подснежник», рассказывают в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. Ежегодно дети из замещающих семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, могут демонстрировать свои таланты и творческие способности. Каждый ребенок мог проявить себя в номинациях: декоративно-прикладное искусство, вокальное и ансамблевое пение, художественное слово, хореография. В телеграм-канале Красноглинского района Самары напоминают о том, что в регионе объявлен особый противопожарный режим. Лесные пожары чаще всего возникают по недосмотру и вине человека. Когда на улице стремительно теплеет и люди едут отдыхать на природу, работа по защите лесов требует особого внимания. Жителей Самары просят не разводить костры в лесу. Огонь уничтожает деревья и другие растения, разрушает почву и приводит к гибели животных, в том числе редких.